Еще хотим рассказать вам о таком инструменте, как динамометрическая отвертка. Работает в обе стороны, имеет регулировку особо малую от 1 ньютона до 5. Имеет переходник под биты стандартные и также квадрат 1/4. Фиксатор подвигается и устанавливается нужное значение затяжки крепежа. Допустим, 3 ньютона. Установив значение 3 ньютона, защелкиваем фиксатор, ставим на стенд и смотрим показания. Показания очень довольно-таки точные.